набережную переделали, взяли вот эти магазинчики, поставили. И тут вид перекрыли на море. Я считаю, что безобразие, конечно. Бизнес, как говорится, я понимаю, но мне кажется, это не то. 6 лет назад такого не было. Аквапарк тот же остался, по-моему, походу. Ну вот, в смысле, все дела там. Но вот это, конечно, я считаю, это не очень хорошо. Что они здесь настроили. Аквапарк.